выступает с 2005 года. До призов на чемпионат Европы, чемпионат мира никогда не дотягивал, но вот свои результаты он уже почти 10 лет стабильно демонстрирует. 185 рывок, но и даже несколько раз в жизни он в рывке показывал 192. Ну и потом лучший его результат 226 в толчке. Сегодня, видите, ошибается Петер Найт на 185. Second attack. Better dodge. Please prepare. Przygotowujesz.